Доброе утро, дорогие мои! Как ваше там настроение? У нас осталось, чтобы вы понимали, 16 часов до лета, до сезона. О, Господи, идут тут под ногами, уже маски валяются. Везде одни маски, не хватает только касок, наверное. Ой. А что, нашел себе нового друга и ушел без меня? Вот так вот. И живем в этом мире сложном, ненадежном. Что ж теперь делать? Их догонять придется. Температура воздуха у нас с утра. Блин, грязно как-то. Температура воздуха с утра у нас была 17 в машине. Сейчас доползем до понедельника и поймем, сколько там. Так, и 19,9 показывает уже здесь на пляже. То есть действительно теплее, чем я выходил из дома. Как там у вас погода? Напишите, давайте устроим перекличку. Давно мы на Ютубе этого не делали, а то в последнее время все Инстаграм да Инстаграм. А интересно, что тут на Ютубе происходит. Узнаем прогноз погоды на сегодня во всех городах. Сейчас спросим заодно, как там морешка у нас. Интересно. Как водичка? Уже получше. Это прекрасно. Доброе утро вам. Уже разрешили. Сегодня говорят, было что. Море, волны. Вам туда нельзя. Мне говорят, Юрий, ты все лето там ходил, говорил о том, что о, это страшно, опасно, не купайте шторм. Ребят, я вчера вот реально был по колено все время. Вот только один раз меня чуть-чуть отвлекся и снесло течением, и то я перепугался от этого. Вчера об этом говорил. Поэтому не надо ругаться, там GoPro-шка, она снимает просто широким углом. И такое ощущение, как будто далеко мы от берега. На самом деле, реально по колено все время были. Просто в приседку. И это великолепно. Море, солнце, облака. Так, что-то совсем мусорки переполнены. И пляжи такое ощущение перестали убирать. Но зато ездить тут стали прям немерено. Все в машинных следах. Вот поэтому не особо любим лето, к сожалению. Что-то не идут как на убой, так знаете, еле-еле передвигаясь. Так, у нас Лазурный берег вновь вывозит свои заборы уже. Но пляжи-то наш этот запретил. Интересно, что они будут с этим делать. Что вы как на убой? Доброе утро, Юрий. Очень приятно, Евгений. Как оно ваше ничего? Отлично сегодня. Почему отлично? Купаться, значит, не надо жарко. Купаться? Ну, на берегу. Посмотрим. Отлично. Так, доброе утро, морюшка. Тут надо где-то рассчитать момент, чтобы нас не накрыло. Красота. Возле моря, кстати, температура опустилась. Смотрите, 18 градусов. Сейчас мы узнаем температуру. Единственное, опять водоросли. Водоросли все никак не заканчиваются. Это обидненько. Так, температура водички 16,7. 16,6. Это уже почти на градус теплее, по-моему, чем вчера. Доброе утро, Зелебоба! Смотрите, сколько водорослей. И Евгений с нами. Там прокладка плывет, я бы туда не ходил. Ну да. Ватерлиния не привыч. Зеленки не было, вообще бы идеально. Да я же говорю, когда это кончится? Шторм, а не сегодня это уже не шторм, это так. Ну, вот. Ну ладно, анапский лайк. Ой. Ну уже дыряй. Сейчас, разгоняйся. Кстати, берег, о, чувствовал, что такое. Да, сбило песок. Первый пошел.
кстати, ямы, бугры на берегу. Вообще, ощущение отличное. Сейчас мы зайдем и к волнам. Евгений, до Турции пойдешь? Все. Все. Похоже. Отлично. Ну, можно считать, что Евгений задырнул. Он, наверное, водорослей боится. Ну, и мы с вами. Волны, солнце, облака. Воу! Не поймал. Еще волна. Ну где же большие-то волны? Волна, волна, вот она идет, идет. Еще одна. А тут прибыла тяжелая артиллерия в виде кармен. Хорошо, даже в кадр попала. Еще одни друзья пришли поздравить Ашота. Готовьтесь. Мы идем. Доброе утро! Как ваше, ничего? Хорошо. Это отлично. Про это все Горький сказал одну фразу. Безумству храбрых поем и песню. Это, по-моему, песня от Соколя, да? Слушай, тут очень опасно. Ну, бегут, по-моему, да? Есть, да. Небольшой, но есть. Ну, тихо, а то ругаться будут. Ну, чтобы вы понимали, все по колено происходит. И ощущение просто огонь. Итак, мне тут сказали, что у Ашота день рождения. Звучит поздравление. Ашот — это ведущий. Ну, ведущий, это именинник Юга России, давайте так скажем. Да, я говорю, что Юрий сказал, громче сразу. Не понравился, как будто первый раз увидел. Но пришлось жить с ним рядом в одном классе, 11 лет. А что, днем творения тебя? Всех благ. Так, на берегу повторим, если вдруг будет плохо слышно, возьмем вот туда. Значит, у Ашота день рождения, это вообще великолепно. И еще одна волна. Кайф. Желаем тебе счастья, улыбок побольше, чтобы все было хорошо и прекрасно. В Черном море, думаю, тебя еще никто не поздравлял с днем рождения. Ну, да. Чтобы, как говорится, всегда хотелось и моглось. Ну, а все остальное у тебя, как говорится, и так все происходит, как тебе надо. Ну, спасибо большое. Ребята, присоединяйтесь в комментариях. Надеюсь, что меня было слышно. Ну, мы сейчас здесь еще повторим. Ну, из моря было интересно. Ну, конечно. А я думаю, что это вы идете, от вас от кого-то запах день рождения. Ну, у него. Они очевидны. Они молодые, им пофиг. Им мозга, да? Да, это душа. Вообще, как тебе сегодняшняя погода? Честно? Да. На мой день рождения так холодно и темно. Кстати, это реально. Обычно уже все на улице сидели. И у нас еще с собой сегодня пёсель с намордником. Привет, собакин! Снимите, кто у меня намордник, пожалуйста. Кто угодно. Кто угодно, только снимите, да? За ногу здоровайся. Жена даже на меня руку подняла, но на нее рычит. Правильно делает. Полотенце помахнула.
Ну, когда мы с ней обнимаемся, у нее вообще такое раздрай, она не знает, что делать. Она такой между нами стоит. Вот так между нами стоит. Иди сюда. Кармен зовут. Кармен? Да. А что за порода? Собака Сталина. Собака Сталина, здравствуй. О, я думаю, что еще у вас есть. Идем купаться. Идем купаться. Не хочешь? Эй, ты, собака Сталина. Ты мой кайф. Ну что, великолепное море, хорошее настроение. Собака Сталина. Кармен. Решил не уходить, тут остаться. Так, давай еще раз теперь, чтобы было слышно. Поздравления для дяди Ашота. Пускай Ашот не слышит, пусть Родина слышит, пусть Родина знает, когда у хорошего человека день рождения процветает. Ашот молодец, он хороший работяга. Он расстрелял ипотеку только что, недавно совсем не сообщил. Он вообще красавчик, я еще не расстрелял ипотеку. У меня еще долгие, трудные годы впереди. У меня еще две почки и два легких. Так что все нормально. И поджелудочная еще частично есть. В общем, что хочу сказать. Ашот молодец, пускай у него все будет хорошо. Здоровья, счастья, процветания. Ну и самое главное, пусть пожелает сам себе того, что может только сам себе пожелать. Больше я сказать не могу. Ашот, с днем рождения. Днем рождения, Ашот. А, давай, голос. Я же муша. Голос. Через дня рождения Ашота. Голос. Умничка. Молодец. Все, пошли догонять. Ты мой кайф. Ашот, от меня поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, радости, веселья, чтобы было как можно больше моря, меньше ветра, больше солнца. Наконец-то я тебя встретил. Здравствуйте. Три года? Ну, три года, в смысле, подписчик. А, я думал, три года нас тут ждете. Нет. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Я сюда приехал 25 марта. Специально пожить здесь весну. Ага, и как он? Единственное, я тут беззубый, так сказать, не очень красивый. Вообще, это мелочи жизни. Да. Так, ну что, пойдемте в ту сторону, просто мы же искупались. Да. Вот. Я три года уже здесь бывал, как отдыхающий, но осенью, в сентябре. А сейчас мне, как говорится, захотелось посмотреть, вот благодаря твоим съемкам, я хотел посмотреть и погрузиться в эту атмосферу с перспективой почаще здесь пожить, по два месяца весной и два месяца осенью. И как получилось? Вот первый получилось, я один. Не, я в том смысле, понравилось или нет? А, понравилось. Мне очень нравится. А где живете? Я живу вот здесь на верхней дороге, 79-й дом. Ага. Вот где коттеджи. Ну я понял. Там снимаете или. Да, снимаю. А... Задешево достаточно. Почем? Ну, я снимал март, апрель, май. Ага. Май 8. За месяц, да? То есть все условия. Да, кухня там все. А на море не купаетесь? Как не купаюсь, Юра? Купаетесь? Я купаюсь 25 марта, с 12 градусов тоже замеряю. Ага. Вот, но я-то. Я как бы боюсь только что, думаю, простужусь, не дай бог, возраста. И меня запишут, что я коронавирус. Из-за этого не стало. Нет, ну дай бог, чтобы не записали. То есть мне очень понравилось, То есть климат, я жил в Англии какое-то время, начало 2000-х годов. Вот климат похож. И ветрено, и дождливо иногда. И проходит вот это, дождик проходит и сухо. Машины в основном чистые. То есть мне здесь очень нравится. Но моя семья не хочет сюда переезжать, однозначно. Почему? Ну, работа. У меня дочка журналист. Корни держит, да, не отпускает? Да, плюс она татарка из местных. Ага. У нее вся родня там. И вот поэтому у нас... Я бы сейчас, не выезжая отсюда, да, дистанционно продал там кое-что. И сюда бы приехал, даже вещи бы там пускай забрали. Так, аккуратненько. Вот, то есть у меня вот такая история. Но... Здесь, к сожалению, под 40 лет такие решения принимать уже трудно, мне лично ломать семью. Ой, сколько людей, на самом деле, говорят, махают рукой и уезжают. Тем более, если есть возможность, приехать, отсняли, можно и не продавать, как бы. Нет, нет, вот я говорю, что я пока решился на таком, думаю, не знаю, сколько я проживу, к примеру. Но, по крайней мере, климат мне позволяет оздоравливаться. Просто так скромно здесь. Я практически магнитом питаюсь, в магните покупаю, все, и живу. То есть я почти как у себя дома живу, только не за жилье немножко. Понял. Так, кому-нибудь приветы, и мы поплывем через реку. Ну, никому не надо. Ну, дочки! Да не, они больно не смотрят. А вы им покажете, смотри, дочка, это, вот да. Я тут. Ну, в общем,
Юра, я очень рад, что мы с тобой увиделись наконец-то. Ну, приходите тебя, с нами я купаться. Тебя, я тебя приветствую вообще за твои вот откровенные. Спасибо. Хотя многие тебя не любят, однозначно. Я в курсе. Казань. Тебя поддерживают, по крайней мере. Все казанцы, имею в виду, если надо, мы приедем на физическую помощь. Спасибо огромное. Человек из 90-х, имею в виду. От души. Да, должно быть все хорошо, нам не надо 90-х. Спасибо. Ну а что-то сегодня день рождения еще. У вас что-то день рождения сегодня? Сегодня. Как раз и уже осталось, сколько у нас, 15 часов до лета, Ашот. Вот так вот, по-российски. Так, от тебя пару слов поздравления для Ашота, Евгений. Как тебе, кстати, море? Море очень отличное, очень. Я бы сказал, да. И пару слов для Ашота. Великого человека с великим его днем. Обычный крестьянин. Это хорошо. Так, а я тебя поздравляю еще раз с закрытием ипотеки. Нам тут сейчас все расскажешь. Так что тех все знают. О, смотри, Собакин провалился. Думаю, да, что сосало. Случилось? Ну, вчера меня сосало, сегодня собаку. Так, да. В общем, расти большой, продолжай достигать чего самого интересного, прекрасного. Главное, не бросай это важное дело. Каждое утро встречаться с морем. Все. С днем рождения. Я же тебе говорю, ты ж меня подбадриваешь. Бывает, что уйти неохота, а тебе позвонить. А уже надо. Мы ж каравай не водили. А ты ж гармонь не взял. И гармонь не взял. Да ладно, что пандемия пройдет потом. Да, сыграем еще. Ладно. А то первое время чуру. Вот, давайте, давайте, вот за уши надо. Давайте, Евгений. Давай, давай, я снимаю. 47 раз. Днем варенья! Днем варенья! Днем варенья! Ура! Еще осталось сколько? 30. Ладно, доброго бодрого утра всем. Пока-пока. Пока.